праздника народного единства. В зале ЦК ИО собрались все те, кто любит свою страну и каждый день прилагают усилия, чтобы сохранить ее историю и культуру. Поисковые отряды, воспитанники военно-патриотических объединений, кадеты. В Иванове торжественно открыт фестиваль-конкурс «Славим Россию». Сегодня мы как бы подводим итог патриотической работы за год. Это и слет юных патриотов, это и фестиваль самодеятельного творчества «Мы славим Россию». Сегодня уже 10 отрядов, больше 100 человек вступило в всероссийское движение «Юнармия». Это замечательно, что у нас подрастает такое поколение, которое помнит о том, что они уроженцы великой страны. Виктория Исаева стала обладательницей гран-при фестиваля еще 2 года назад. Теперь она не участница, а приглашенная звезда. Однако волнение не меньше. Патриотические песни для вокалистов – одни из самых сложных. Я настолько прожила эту песню, настолько вжилась в роль вот этой вот исполнительницы, которая поет это Маргарет Сетери. Очень сильные песни, они очень воздействуют на внутренний мир человека. И прям вот до слез. Всегда пою эти песни до слез. Для участников песенного конкурса будет проведено несколько туров. 12 июня, в День России, на площади Пушкина, состоится гала-концерт, где назовут победителей. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.